игрушкой торопливо. В начальной школе все мы учимся, друзья. Недели наши ждем мы нетерпеливо. Недели начальной школы нас радуют каждый год. Готовимся к ней мы заранее. У нас делает вкус, нет проворот. Большая программа у нас предстоит. Это действительно с нами случится. Праздник начинается, гости улыбаются. Дети постараются в неделю показать все, чему учились, все, к чему стремились. Потому что в мире надо много знать. Спасибо, Наталья. Спасибо. А как вы думаете, а учиться важно или не важно? Важно. Ваша какая сейчас задача? Учеба. Да, самая главная ваша задача – это учеба. Вот сейчас ребята первого класса вам покажут сценку, которая называется «Что очень важно учиться». Пожалуйста. Привет! Ну что, гулять идем? Да нет, мне надо завтра в школу собираться. Мы с мамой в первый класс идем. Ума и разума я буду набираться. Везет тебе, а мне еще год ждать. Еще мне помечтать о школе. Уже на улицу мне некого позвать. Зато живешь пока еще на воле. А мне да в школу что-то неохота. Хочу еще пожить свободно. А разве школа это не свобода? Зачем так быстро с выводом спешить? Давай через полгода поболтаем. Я думаю, понравится тебе. Мы с Леной год уже мечтаем начать учиться школьной грамоте. Надеюсь. Надеюсь, будет правда за тобой. Не думаю, что все так плохо. Наш Димка в пятый класс пошел. И до сих пор учиться обожает. Друзей он новых там себе нашел, и целый день он в школе пропадает. Ну да, пожалуй, соглашусь. Но все-таки боюсь. Чего не знаю, но чего-то я боюсь. Я поняла, это лишь волнение. Учиться тоже очень я хочу, но только есть немножечко сомнения. Зато в учебе я тебе помогу. Ведь если не учиться, глупым будешь, а глупым жить на свете тяжело. Прибежал волчок, серый волчок, заглянул в дверь и спрашивает: о, кто в тереме живет? Кто в гнилосоком живет? Я собачка. И я лягушка-кобурка. Я зайка-кобурка. А я лисичка-сестричка. А я волчок, серый бочок. Пустите меня, пусть не мог. Ходи. Вот сюда. Андрюш, вот сюда. Кто разговаривает у нас? Оп, и в лес в теремок стали, они в пятером жить. Вот они все в теремку живут, песенки поют. Вдруг идет медведь. Слышал песню? Видел теремок? Услыхал песню? Остановился и заревел. Кто в теремочке живет? Кто на высоком живет? Я собачка. И я лягушка-кобурка. Я зайчик-пойдемчик. А я не зайчик-сидрочка. А я волчок-волчок. Можно с вами? Да. Видно. Мне ты помещаешься. Медведь и полез в теремок. Полез не наверх. Что случилось? И забрал медведь и полез в теремок. Лез. Никак не мог влезть и говорить. Медведь.
На лес. Итак, вы сбежали с гири. Так, строим домик, строим домик, строим, строим, теремок. Построили они себе новый теремок и стали жить дружно и весело. Теремок был лучше прежнего. Поем и об этом, и о том. Вы послушайте, ребята, как мы весело живем. Я считаю, очень быстро в школе все гордятся мной. Ни один мальчишка в школе не угонится за мной. Ю-ху! Мы с соседом сообщать контрольную решили. За нее мы на двоих четверку получили. Ух! Папа мне решил задачу математики помог. Мы потом решали с мамой то, что он решить не смог. Не ответила в рассказке на вопрос Аленка. И в дневнике поместили гадкого утенка. Ох, мы частушки вам пропели и об этом, и о том. Вы послушали, ребята, как мы весело живем. Спасибо большое. И последние ребята 4 Б-класса расскажут вам сценку, которая называется «На уроке математики». Итак, в роли учителя Елизавета. В роли Елизавета учится. Арина. Ариновна. В роли ученика. Арсений Трисову. Петров, сколько будет 4 разделить на 2? А что делить-то, Елизавета? Ну, допустим, 4 яблока. А между кем? Ну, пусть между тобой и Сидоровым. Тогда мне 3, а Сидорову 1. Почему это? Потому что Сидоров мне 1 яблоко должен. А сливу он тебе не должен? Нет, сливу не должен. Ну, тогда сколько будет, если 4 сливы разделить на 2? 4. И все с Сидорову. Почему 4? Потому что я сливы не люблю. Опять неверно. А сколько верно-то? Сейчас я правильный ответ тебе в дневник поставлю. Да, математика важна. И в жизни ох, как будет нам нужна. Спасибо. Спасибо. На следующей неделе, предметная неделя у нас продолжается. Ольга Григорьевна вас оповестит, какие конкурсы будут и что вам нужно приготовить. Договорились? И будем соревноваться по классам. И потом уже наградим всех вас. Договорились, ребята? Спасибо за внимание. Спасибо.